Привет, друзья и гости моего канала! Давно я не рассказывала, как продвигается у меня похудение. А не рассказывала, потому что не имела чем похвастаться. Вроде и не нарушаю, вроде и правильно питаюсь, но как такового результата не было. Вот уже больше недели у меня вес прыгал от 94-200 до 94-600. Но никак не выходило у меня сдвинуться с этого круга. И сегодня, наконец, на весах ни с того ни с сего 93-100. Это такая радость была, потому что, ну, не получалось у меня ничего последнее время. А когда вес долго стоит на месте, очень тяжело себя брать в руки. Тяжело, потому что ты стараешься, стараешься, а результата никакого нет. Но я знаю, что так бывает, и поэтому держалась на своем. Вы тут видите, у меня всякие вкусняшки. Последнее время я подсела на диетические ппшные тортики. Мои тортики не сладкие. Готовлю я их из овсяного блина. Вес блина... Не вес блина. 70 грамм овсянки, столовая ложка отрубей, белок, 3 столовые ложки молока. Вроде ничего не забыла. Это все выпекаем на сковородке и смазывала я взбитым творогом. Взбивала вместе или просто с ягодами натуральными, или с апельсином. И эту порцию делила пополам. Делала с вечера, а утром кушала. А вот это вот красота желешки. Желешки я готовила из желатина и сока. Очень просто. На 100 грамм сока можно использовать какой-то там чай, кто какие любит. Тоже делала я без сахара. На 100 грамм жидкости 1 столовая ложка желатина. Примерно нужно дать настояться минут до 20, потом подогреваю и разливала по формочкам. Детям это лакомство очень понравилось, кушали с удовольствием. А последний раз я пробовала сделать желешки из апельсина. Я его порезала на кусочки, блендером взбила и все так же добавила желатин. Но такой вариант детям не понравился. Одним словом, желешки эти я уже доедаю третий, наверное, или четвертый день. В них калорий очень мало. Получается на 100 грамм примерно 44 калории. А из этих 300, так это где-то 150 калорий. А вот тут я еще раз хотела показать сам процесс. Вот это желатин. Желатин вместе с соком, вот так он разбух, потом подогреваем, всю подогреваем массу и заливаем формочку. Формочка у меня очень удобная, получаются просто отдельные конфетки. То я формочку, в этой формочке я когда-то и хлеб выпекала, и кексики, очень удобная штука. Итак, на сегодняшний день у меня результат минус 25 килограмм 600 грамм. Это с 20 сентября, то есть меньше, чем за 5 месяцев. Так держать.